Как избавиться от негативных мыслей? Не считайте какие-либо мысли негативными, потому что это всего лишь мысли. Кто вам сказал, что они негативные? Это просто мысли. Вы сами их создаете. Может, они вам нравятся. В чем проблема? Если вы осознаете, что это просто мысли, у них не будет никакой власти над вами. Если же вы считаете их реальностью, они могут разрушить вас. Это просто мысли, не так ли? Верно ли, что вы сами создаете мысли? Нет? Вы в этом сомневаетесь, потому что вы не думаете, у вас ментальная диарея. Да, все происходит само по себе. Мышление, слово «мышление» означает, что ваш мыслительный процесс происходит осознанно, не так ли? Да? Мышление означает, что вы делаете что-то осознанно. Но сейчас вы находитесь в состоянии ментальной диареи. Мысли просто льются нескончаемым потоком. Что в этом негативного и что позитивного? Негативно в этом то, что это происходит неосознанно. Вот что здесь негативно. Не содержание мыслей. Мысли о дьяволе негативные, мысли о Боге позитивные — это не так. Так не бывает. Самое негативное, что сейчас происходит, — это то, что ваш мыслительный процесс функционирует неосознанно. Вот что в нем негативно. Очень многие люди уничтожили себя, пытаясь остановить те мысли, которые они считали негативными. И они пытались бороться с ними самыми разными способами. Вы создаете эти мысли, а затем сражаетесь с ними. Это ваши мысли. Вы должны уметь отбрасывать их и включать, когда захотите, не так ли? Вы должны уметь отключать и включать их, когда вам захочется. Но сейчас ваши собственные миражи разрослись до такой степени, что вам хочется сражаться с ними. Если вы победите, то точно проиграете. Потому что если вы сражаетесь с чем-то, чего нет в реальности, и при этом побеждаете, вы явно теряете рассудок, не так ли? So there is no such thing as negative and positive thought. Either it's a conscious thought or it's a diarrhea. Так что не существует ни негативных, ни позитивных мыслей. Это либо осознанное мышление, либо диарея. Так как же ее остановить? Предположим, у вас диарея. Вы физически страдаете от диареи. Тогда первое, что нужно сделать, любое другое лечение потом. Первое, что нужно сделать, это перестать есть плохую пищу. Не так ли? Что-то вызвало у вас диарею, тогда первым делом перестаньте принимать плохую пищу. Что бы ни было причиной, остановите это. Это первое, что вам нужно сделать. Сейчас для вас плохая пища — это то, что вы отождествили себя с чем-то, чем не являетесь. Теперь вы не можете остановить свой мыслительный процесс, что бы вы ни делали. Можете повторять любую мантру, можете думать о каком угодно Боге, делать все, что хотите. Но пока вы отождествляете себя с чем-то, чем не являетесь, вы не можете остановить поток мыслей.